открываем двери в жилой комплекс Асылтау. Квартиру мы купили для нашей мамы. Мама будет жить с моим старшим братом вдвоем в двухкомнатной квартире. В жилом комплексе у нас так получилось, что этот жилой комплекс оказался для нас таким семейным кварталом. В этом соседнем доме живет бабушка с дедушкой, и напротив в первую очередь еще купили мои брат с сестрой. Буквально 5 недель назад мы сидели на диване втроем и думали, в каком жилом комплексе купить, и когда увидели, что Асылтау уже сдает свою 4-ю очередь, мы решили, посмотрели вроде бы 110-й номер, и так подумали, ну почему бы и нет, и 29 декабря мы уже заключили договор. И это, да, это был для нас огромный подарок на Новый год. Жилой комплекс Асылтау – это один из первых жилых комплексов, который BI Group начал строить в Алма-Ате. То есть мы заходили на рынок, и мы начинали здесь. Я думаю, что среднестатистический житель комплекса – это молодая семья, маленькими детками, и уже кто живет на первой очереди, уже те, кто пошли в первые классы. То есть это комплекс, где молодость и детство всегда есть, и всегда детки, довольные, с радостными лицами, бегают по двору, играют.